Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Знаете, бывают такие дни, когда ты себе что-то там запланируешь, и с самого утра все идет не по плану. И у меня так улетело полдня, потому что постоянно наваливались какие-то дела, которые могу сделать только я и никто другой. И получается уже ни туда и ни сюда. И я подумала, что раз у меня есть несколько часов до того момента, как нужно будет забирать детей со школы, я и влог поснимаю, и предлагаю вам вместе со мной сделать разбор верхней одежды на холодное время года. И совсем недавно мне в рекомендациях попался мой же влог приблизительно с того же времени года, где я делала то же самое. Я заметила, что в межсезонье у меня очень часто такое настроение, когда мне нужно избавиться от того, что я не ношу. Не потому, что это плохие вещи. Иногда, конечно же, что-то там застирывается, где-то какое-то пятно. Такие вещи я никогда не дарю, не продаю. И если пятно не выводится, то, к сожалению, только мусорку и никак иначе. Вот. А что касается того, куда я одеваю одежду и зачем мне ее так много, я блогер. Это раз. Во-вторых, у меня есть такая возможность покупать. Поэтому, мне кажется, это личное дело каждого, и куда деваю на протяжении многих лет, я отдавала просто мешками. Когда у нас в Польше появились переселенцы из Украины, из-за войны, да, я отдавала очень много девочкам просто без разбора, да, то есть люблю, не люблю, хорошая вещь, кому-то пригодится, кому-то нужнее, чем мне. Вот, и в этом году я не знаю, как я буду делать, или буду отдавать, или если я не обломаюсь, то, возможно, буду часть продавать на Vinted. Откуда у меня взялась такая идея? Мы сидели с мамочками одноклассников наших, и они говорят: у тебя случайно нет странички на Vinted? Это такое приложение, такая интернет-страница, где каждый пользователь может зарегистрироваться и выставить что-то на продажу. И они рассказали, насколько это просто быстро и удобно, и что они сами что-то купили бы, если я что-то не ношу. А я думаю, это занимает так много времени, и если вдруг я назрею, кому-то это нужно будет, то я в Инстаграме вас проинформирую, но обещать не могу, потому что иногда мне хочется и хорошее дело сделать, и вещи подарить вторую жизнь, и даже если у вас там что-то, например, испортилось, вот что-то с пятном, которое не выводится, это можно собрать в пакет, отнести в тот же H&M, неважно, что это за вещи, даже других брендов, и получить скидку 10% на новые покупки. Всегда можно там купить или нужно новые спортивные штаны для детей, они очень быстро растут, поэтому пока что у нас это бесконечный процесс обновления детского гардероба. Но сегодня я хотела бы заняться именно своими вещами, и давайте приступим. А вы по ту сторону экрана, пожалуйста, тоже пересмотрите, что не носите, избавляемся, потому что когда у тебя очень много вещей, тебе кажется, что у тебя шкаф забит, но тебе нечего носить. Так что нужно избавиться от лишнего, если оно у вас есть. И снова кто-то пишет. Господи, этот пуховик точно остается, молочный такой, парадно-выходной. С собакой в нем, конечно, не погуляешь, потому что это супер непрактично. Но я же хожу не только с собакой, и я покупала его в Заре в прошлом году на какой-то супер большой распродаже. И честно вам его показывала, они были в разных цветах, и в этом году точно есть что-то похожее. Несмотря на то, что цвет такой, ну, знаете, быстро пачкается, он хорошо стирается. Я просто кладу его в стиральную машинку и потом сушу в сушилке. И так он выглядит после стирки. А знаете что? Я начала его отпаривать и, блин, поставила снова пятно, потому что еще не горела лампочка антикальк, но уже обплевал мне. Так что придется мне его перестирать. Это, конечно, минус. Можно относить еще и в химчистку. Пуховичок супер красивый, стильный, объемный, с джинсами, со спортивными штанами, угами, вообще огонь. Мне очень нравится вот этот шнурок, он такой грубый, прикольный. Пуховичок
Носила его в прошлом году с большим удовольствием. Продолжу это делать. А это новый пуховик. Он из H&M. Я показывала вам в Инстаграме. Я заказывала два со скидкой 20%. И вот этот в итоге решила оставить, потому что он чуть менее объемный, да, без капюшона. Сейчас застегнусь и покажусь вам. И они все еще есть. Да, не очень дешево, но в H&M регулярно бывают какие-то акции, и цвет тоже практичный. Не будет так сильно пачкаться, как белый. И мне удобно то, что он, с одной стороны, прикрывает попу, а с другой, все-таки он не настолько длинный, потому что гуляю с Юки, я возвращаюсь просто, как будто я качаюсь в какой-то грязи и вообще непонятно, чем занимаюсь. На прогулке она то просто пробежит рядом, испачкает меня, то еще что-то. Так что собака, конечно, диктует немного мою ежедневную моду. Вот такой, мне кажется, супер удачный цвет. Можно еще застегнуть до самого конца. Не хочу этого делать, потому что вы меня потом совсем не услышите. Не знаю, шелестит, не шелестит микрофон. Иногда камера или телефон записывает что-то слишком громко, но на самом деле в жизни это не такое шерудящее. И пуховики есть и светлые, и темные, и не только пуховики в H&M. И классно то, что застегиваются на замок и еще потом на кнопки. Такой пуханчик. Я как шарик в нем. Но зато мне будет тепло, и он очень легкий. Здесь такие большие карманы, которые застегиваются на замок. Зацените мой домашний прикид. У нас похолодало, поэтому я уже в теплых тапочках. Оставлю вам ссылку на них, это Алик, но я готовлю для вас отдельное видео с находками. Овчина вообще супер. Так что, вот если увидите большой серый шар с собакой утром или после обеда, то это я. Этому пуховику, наверное, года 4, если я ничего не путаю. Мне его когда-то дарил бренд, я вообще не знаю, он существует и продаются ли такие, но похожие я видела и в Резерв, и в Заре, и в Манго. Очень классный, он легенький, на запах, нет внутри никаких кнопок, но более элегантная версия такая, скажем так, хотя с джинсами тоже супер, конечно же, буду носить. Куртка из Страдивариуса, из эко-кожи. Она уже явно отслужила свое. Она просто уже, по-моему, скоро рассыпется. Я гуляла в ней в прошлом году с собакой, но уже и пятна, которые не выводятся. И самой мне уже в этом не очень приятно, если честно. Все-таки выхожу в люди. И да, это отправляется на переработку. Пожалуйста, тоже забыла о том, что у меня есть такая куртка с барашком шоколадного цвета. Хорошо, что не взяла в Резерв шоколадную. Хотя, если совсем по-честному, то если вы выбираете себе куртку такого формата сейчас, то не берите укороченную, потому что это только вот на первые холодные дни, а дальше в ней прохладно. А вообще, такого плана куртка с джинсами, с брюками на завышенной талии, с платьем я очень часто носила, с платьем миди. В целом, люблю ее, и качество у нее отменное. Так что буду модничать еще и в этом году. Они сейчас в супер тренде, такие куртки. Девочки, я просто в шоке, потому что достала куртку из Страдивариуса. Вот такая тоже с барашком, удлиненная. Я даже не так часто ее носила, именно из-за того, что по длине, видите, она, ну, сантиметров на 5, наверное, чересчур длинная на меня. Мне казалось, что все окей. Но в итоге, когда я потом составляла наряды, то она не ко всему подходила. Я хотела ее продать в этом году. Я вообще не думала, что такое может произойти. Она была в безупречном состоянии. Смотрите, она просто начала трескаться. Видите? Ну, можно еще гулять с собакой. Это не критично. Но это как минимум неприятно. Вот это я Плюшкин, конечно. Я уже настроилась, что я буду отдавать эту косуху или продавать за копейки, не знаю. Но потом надела, думаю, какая классная. И она из очень качественной эко-кожи.
Вообще не видно, что я ее носила. Она как новая, красивый молочный цвет. Только знаете, что меня всегда в ней смущало? То, что у нее скорее такой нейтральный подтон или холодноватый. Она не ко всему подходит из того, что у меня есть. А сейчас вот то ли брюки к ней подходят, джинсы, то ли что. Надо подумать. По-моему, я открыла какой-то портал в ад. Курточный ад. Они все не заканчиваются и не заканчиваются. Вот этой куртке я не знаю, сколько лет девочке. 8? 7? Ну, где-то так. Вообще немало. Очень красивый цвет. И тоже как новая. Я ее носила очень аккуратно. Такой винный оттенок осенний. И именно из-за цвета я ее очень долго никуда не девала. Но ношу я ее реально 2 раза в сезон. И я считаю, что она должна чаще кого-то радовать, чем меня. И, наверное, мне она чуть-чуть поднадоела. Переходим к шубкам. Это то, что я, пожалуй, больше всего люблю носить зимой, помимо пуховиков. То есть в пуховике это куда-то там в горы, с собакой, с детьми, на санки, если повезет и будет снег. А вот так на каждый день я чаще всего выбираю шубки. Это факт. Мое лучшее приобретение прошлого года – это шуба из шерсти. Она как будто вот такая стриженная, даже похожа на Max Mara. Немножко примятая. Вообще, это моя боль. Наша прихожая – это самое неудачное место в нашем доме, не устану повторять. Если бы можно было что-то изменить, я бы это сделала. Там не хватает места нам всем, но как-то теснимся, и придется отпарить, когда станет совсем холодно. У нее вот такой красивый карамельный цвет, она много к чему подходит, она легкая и супер-супер теплая. Если вы хотите шубку, которая будет вас греть, то поищите именно в локальных брендах. Да, они будут дороже, но это, могу сказать за Таранку, но очень часто какие-то местные бренды делают гораздо лучше по качеству одежду, чем всякие там масс-маркет. Следующая шубка – это у нас Zara с прошлого года, она как каракулевая, и, конечно, она сильно увеличивает в объеме, у нее такая хорошая длина, но она такая прикольная, как халат с поясом. И если под нее надеть, например, что-то шерстяное, я так делала свитер, какую-то теплую обувь или хотя бы что-то с длинным голенищем и шерстяным носком, то вообще не мерзнешь. И мне очень нравится цвет, потому что он такой тоже, который много к чему подходит, и вот текстура у нее классная. Одна из моих самых первых шубок и самых удачных – это Манго. Можно попробовать найти в онлайн-аутлетах такую. Они были разных цветов еще в прошлом году. Очень качественный искусственный мех. Моей, наверное, уже 3 года, где-то так. И я ее заносила. Ну, то есть, не знаю, как вы ее там видите, но в жизни она вообще без каких-либо следов того, что ее так часто надевали. Мех, вот видите, такой жемчужно-бежевый, даже можно сказать. В жизни она выглядит еще более благородно, очень красивая, такая даже как будто нарядная, что ли. Хотя она не приталенная никакая, я много к чему ее надевала. И она тоже тепленькая, несмотря на то, что это эко-мех, она все равно супер удачная, и цвет такой универсальный. Я люблю вещи, которые не на один раз, не на два, не к какому-то образу, а много к чему. Вот тогда это задерживается в моем гардеробе. Одна из старых представителей моих шубок – это из Зары. Угадайте с 3 раз, когда я ее купила. На минус 70% в Заре, наверное, ее кто-то вернул, и мне так повезло. Но такого плана шуба я вам не очень советую, потому что она без подкладки, она скорее как легкое пальто, или чисто, знаете, на вечер набросить ее, куда-то там до машины добежать и все, потому что она вообще не согревает. Хотя издалека выглядит как норковая. Сейчас сильно светит солнце, но она угольно-угольно
черная. И зачастую такие шубки в Заре капец какие дорогие. Я не понимаю, почему. Потому что если сравнивать с остальными, она быстрее всего затерлась. Вот я попытаюсь отвести ее в химчистку. Если с ней ничего не сделают, то придется нам тоже расстаться. И еще одна последняя шубенция, вот такая яркая. То, что мне в ней больше всего нравится, это как раз цвет. Она, наверное, самая менее качественная из вот таких плотных, хотя прям супер дешевая она не была. Но чисто так помодничать, и это все равно будет дешевле, чем в той же Заре и в Манго. Крой у нее, наверное, чем-то похож на Максмару, да, и она как из овчины. Но это не овчина, это искусственный мех. Хотя я видела, что на Алике есть, не знаю, это что, подделка или что, они там не пишут. Вообще подделки на Алиэкспресс запрещено продавать. Здесь нет никаких этикеток, типа под Максмару нет. Я такое не покупаю. И в ней также есть подкладка. Также отличный вариант на холода – это классическое пальто с зимним утеплителем. Я еще буду это все отпаривать, опять же. И на мне сейчас пальто, которому несколько лет, оно от украинского бренда Mako. Это, скажем так, я не знаю, это можно говорить или нет, но это семейный бизнес, где опыт передается из поколения в поколение, Minimax, Mako, поэтому все их изделия высококачественные, они знают в этом толк. Конкретно то пальто, которое сейчас на мне, оно очень похоже на Максмару, сделано из итальянского материала, здесь и шерсть, и кашемир, и зимний утеплитель. Выглядит очень аккуратно и не слишком объемно. Я решила оставить себе только одно на этот осенне-зимний сезон. Цвет удачный, и серое тоже люблю, но просто я понимаю, что у меня слишком много вещей, поэтому серое отдам тому, кому сейчас нужнее. Мне как раз сегодня писала девочка. Вот так сейчас частично выглядит мой осенне-зимний гардероб, помимо курток. И вот здесь тренчи, пальто на более прохладное время года или утепленное на позже, а это уже все зимнее. Здесь у меня вот пуховик, еще укороченное пальто, но я показывала вам его год назад. И здесь у меня мои куртки, жилетки, тоже что-то такое на сейчас. Остальное уже не мое, хотя там еще очень-очень много добра. Там детские куртки, томиковские. Вот эту, конечно, просто только с собакой. У нас с Захаром сейчас одинаковый размер обуви, 38, ну 37-38, и он решил обуть мои конверсы на прогулку в лес. Я сейчас их сполосну и потом поставлю в стиралку, чтобы они как-то пришли в себя. Я также подоставала все белые шнурки, они, к сожалению, очень сильно затираются, и сейчас поставлю конверсы, а с этим буду разбираться. Ну и вот таким образом, смотрите, идеально чистые конверсы. И я стираю их с двумя такими старыми полотенцами, которые я оставила специально для этих целей. Внутри уже сушилки стоят. Включаю, ну, наверное, не на 9 часов, на 6. И они высохнут, при этом не станут меньше. Очень классные. Сейчас сезон дождей, слякоти, снега. Вот это просто мой must-have. Ну, а конверсы теперь как новые. Короче, для того, чтобы шнурки действительно стали чистыми, иначе их ничем не отстираешь, я заливаю их белизной и водой на какое-то время, а потом поставлю стираться с чем-то белым. И вообще, обувь с чистыми шнурками выглядит совершенно по-другому, согласитесь. Юкса, мы еще не идем гулять. Я знаю, что ты очень любишь гулять, но сегодня мама с тобой была 1,5 часа. Моя ты, мои 35 килограмм счастья. Небольшой апдейт по поводу вот этого кондиционера. Он очень классный, приятно пах, который в гранулах. Что надо? Тапки не жрём. Да, кстати, блин, обновила мне тапки. Вот ей ничего не надо в этой жизни, кроме моих тапок, любых. Не только на овчине. Возвращаясь к этому кондиционеру, он действительно придает очень классный аромат и удобно им пользоваться.
Есть с разными ароматами, надо будет поискать. Пуховик постирала, отправляю его в сушилку. И смотрите, у нас здесь есть специальная программа для пуха и перьев. Мало того, у меня не было вот таких шариков для сушильной машины. Я, правда, не знаю, что они должны делать, но вроде как ими нужно пользоваться. Я купила в Пепко за 1 евро 30 центов. Ну, проверим. Какой-то странный эффект. Такое впечатление, что сейчас разобьется барабан. Что я сделала не так? Кстати, у нас в сушилке есть еще программа для шерсти, но я как-то побаиваюсь. Мне кажется, все может уменьшиться от сушилки. В размере именно. Надеюсь, это не последние минуты жизни нашей сушильной машины. Кажется, я обломалась что-то там продавать. Лучше поотдаю это в химчистку. Все-таки отдам косуху и пальто. Между прочим, я ошиблась, оно без утеплителя, но очень классно. Это мини-макс. Просто повторюсь, слишком много всего. И косуху светлую тоже отдам. И вот этого мишку. А это идет в мусорку. Куртка светлая, старые лоферы и суперстарые ботинки топ-шоп. Две пары перчаток. А перчатки угрохали мои любимые дети. Причем я не шучу, в самом деле любимые. Но посмотрите, что они сделали с моими перчатками. Мне причем запрятали мне их в шкаф. Спасибо. Моя фантастическая неделя продолжается, и сегодня меня вызывают в школу. Честно говоря, немножко в недоумении. Ситуация такая странная. Я не знаю, что я как мать должна сказать и как отреагировать, поэтому поеду послушаю, может, у них есть какие-то идеи. И я в процессе нанесения макияжа, у меня есть тон, глаза, брови, еще без консилера, как раз был курьер. Господи, хоть что-то приятное. И мне доставили посылку от бренда Paese. Она такая тактильно приятная, сейчас вам покажу. Давайте попробуем вместе. Это коллекция Paese совместно с польским визажистом Домиником Кшишковским. Вообще я видела, что этот запуск был чуть раньше, но написано, что это камбэк, большой камбэк этой коллекции. Здесь кремовые бронзеры, хайлайтер и румяна. Очень красивая пиар-рассылка, спасибо большое. Я знаю, что там работает моя зрительница, и мне очень приятно. Я сейчас все это буду пробовать. Здесь два бронзера, хайлайтер и аж три варианта румян. Красота. Начну с хайлайтера. Мне вообще нравится, как сейчас Paese развивается. У них столько всего интересного. У меня на такой реальной основе есть очень много их фаворитов. И даже сегодня, совершенно этого не планируя, я нанесла мой любимый тон. Хайлайтер в одном оттенке. Во всяком случае, сейчас. Вот в такой стеклянной баночке. И мне кажется, что это такой нейтральный оттенок. Да, я была права. Возьму немножко на губку, хотя я видела, что предлагают это наносить кисточкой. Короче, почему меня вызывают? В школе, оказывается, есть эти тихие... Ух ты, это очень красиво. Тихие четверги. Представляете? Когда дети должны вообще максимально спокойно себя вести, даже во время там полдника и обеда. Вау. И они не должны болтать. Но у нас в школе достаточно такая жесткая дисциплина. И я все понимаю, но у них очень много занятий и спортивных секций еще в школе. И вот когда они должны общаться с одноклассниками? Ну, это правда, мне это не очень понятно. И вызывают меня в школу, потому что Захар получил минус, так как он не слушал преподавателя, и он продолжал болтать. И, минусы получили все родители, чьи дети продолжали беседу. Да, достаточно громко, но они не реагировали на сигналы. То есть школа настолько сильно требует вот эту дисциплину, чтобы дети реагировали на сигналы. Там у них какие-то есть типа тише. Я не знаю, как они выглядят. Нам говорили, но это как бы не сильно мое дело. Дома я это не применяю. И вот как дети, у которых просто столько энергии их распирает, они жаждут этого общения и всего остального, как они должны реагировать на сигналы? Скажите мне, пожалуйста, это что, роботы какие-то, которые вообще
должны просто по первому нажатию кнопки перестать что-то делать. И когда они должны общаться со сверстниками? У них не так много времени. Ну, не знаю. Вот что я должна им сказать, как вы думаете? Что хорошо, я поговорю с Захаром, чтобы он не общался с друзьями. Я понимаю, что правила есть правила, типа тихий четверг, или как там, тихий вторник у них был, или что-то такое. Господи, какой сегодня день, я что-то потерялась. Зато хайлайтер красивый. Беру бронзер, два оттенка, 01 и 02. Более теплый оттенок попробуем. То как, я такая наконтурированная, пойду в школу. Он уже будет погуще. О, оттенок не темный. И распределю это все губкой. Не, ну выглядит это естественно и очень просто наносится. Боевой раскрас перед родительским собранием практически. Это очень смешно. На самом деле, девочки, я люблю нашу школу. И я, ну, делюсь с вами своими какими-то размышлениями на тему и своим опытом мамским. Но ничего менять я не собираюсь. Меня школа полностью устраивает. И как бы, знаете, тихие там дни. Ну хорошо, вызывают, так вызывают. Пойду послушаю. Но я не знаю, как на это реагировать. Так как вызывает меня детский психолог, а ее очень сильно любят дети. Когда я спросила у Захара, что он думает по этому поводу, он сказал, что я согласен, да, я не слушал преподавателя. Ну и вот так вот получилось. Говорю, что, и ты будешь повторять свои ошибки? Он. А когда мне общаться с одноклассниками? Тоже правда, поэтому я его сильно не ругала. Но мой день снова шиворот на выворот, потому что у нас раннее утро. Я успела погулять с собакой, собрала детей в школу. Ну и не знаю, во сколько я вернусь. Это к тому, что, знаете, кажется, дети маленькие, они занимают так много времени. Потом типа, вот, подросли, отправила в частную школу, сплавила практически на целый день. Чтобы им не заниматься. Нет, девочки, это так не работает. Дети — это самый серьезный, самый ответственный, самый энергозатратный и финансово затратный. И вообще в каждом плане самый затратный жизненный проект, если так можно сказать. Поэтому рассчитывая на то, что они подрастут, спихну их в школу и там буду только проверять, сделал ли он уроки. Ничего подобного. Но я так и не была настроена. Оттенки супер правильные. Очень удачные и подойдут как новичкам, так и визажистам. У нас с вами и косметика, и дети, и все на свете вперемешку. Ну, знаете, просто решила включить камеру и поболтать с вами. Мне нравится то, что крышечки румян в цвете оттенка, потому что когда ты начинаешь все это переворачивать, искать, что за цвет, это не очень удобно. И выглядит это супер достойно. Матовое стекло, прям так. При том, что цены не очень высокие. То есть это, ну правда, недорогой бренд в Польше. Выглядит это прям на уровне. И я выбрала себе оттенок 01 вот этих румян. Пыльная роза. Самый безопасный для посещения школы. Я, конечно, не хочу сейчас сильно останавливаться именно на косметике. А потом и так вам сделаю подробный обзор. Так, с румянами я решила не скромничать. Не знаю, что вы там видите в камере, но мне в реальной жизни очень красиво. Закончу свой макияж по-быстрому и вернусь к вам. Консилер. Пудра Photoshop Sensai. Закреплю все метеоритами.
Я, конечно, смелая мамаша, да, перед визитом в школу попробовать новую косметику. Тем более, время у меня ограничено. Если бы что-то пошло не так, я просто отправилась бы на визит к учителю, как леопард какой-нибудь или как матрёна нарумяненная. Девочки, накрашу губы. Я таки нашла свой карандаш от Charlotte Tilbury уже после того, как перестала его искать. Это оттенок Iconic Nude. Знаете, где он был? На письменном столе Захара среди остальных карандашей, потому что он решил, что это его, и он убирался и даже собирался что-то ним рисовать. Такой, с одной стороны, светлый, но с другой выразительный. И добавлю помаду MAC Sultriness. Готово. У меня есть еще 15 минут, я вам покажу остальные оттенки румян и переоденусь во что-то поприличнее. Пожелайте мне удачи, хотя, в принципе, и так плохого исхода от визита в школу быть не может, потому что у нас очень классные преподаватели. Вот так выглядела пиар-рассылка, я аккуратно подоставала все из коробочек. И смотрите, я пользовалась вот этим оттенком бронзера. В номере 2 он чуть теплее, похолоднее будет номер 1. Но они все такие и для клиентского макияжа, и даже для тех, кто особо краситься не умеет. Румяна, которые я наносила на себя, персиковый оттенок, очень продуманная цветовая гамма. И вот эти тоже меня соблазняли, но я побоялась экспериментировать перед визитом в школу. И хайлайтер. Все прошло настолько быстро, что я прям даже не ожидала. Текстуры гениальные. А, и еще знаете что? Мало ли, может, кому-то надо, в пиар-рассылке был код, поэтому делюсь, минус 25% на всю эту коллекцию на официальном сайте Пайза. Испекла галету уже без голоса за кадром. У меня так разболелась голова, потому что у нас резко меняется погода. Было так тепло, а сейчас станет совсем холодно, и я всегда реагирую на такие изменения. Радости 35+. В прошлом году купила аппарат для измерения давления. Ну, вообще, если честно, то я всю жизнь ощущала на себе вот эти резкие перепады. А в Польше, кстати, в Кракове у меня гораздо чаще болит голова, чем где-либо, и это отмечаю не только я, здесь очень часто, прям кардинально меняется погода. Слушайте, испекла галету, более классическую, на песочном тесте. Несколько комментариев было к предыдущему влогу, что я показывала не яблочную галету, а яблочный пирог. В принципе, можно и так называть, но если честно, и тот вкусный. Но я бы сделала так. Я взяла бы тесто из того яблочного пирога и начинку сделала бы со сливами, с вот этим перемолотым миндалем. Это очень вкусно. И поверх уже не обязательно рубленым посыпать, но в любом случае это такие осенние сочетания, которые можно себе позволить. Завтра буду погибать в спортзале, девочки, наконец-то. Ой, наушник выпал. Наконец-то возвращается мой тренер, она была в небольшом отпуске, и
Я пропустила там парочку тренировок, так что завтра буду страдать и послезавтра буду ходить с крепатурой, но кусочек галеты я себе обязательно позволю. Я еще подумала, что я попытаюсь сделать галету из прошлого видео, только, знаете, такую не с классическим тестом, а намешать как-то с цельнозерновым, ну вот что-то придумать такое и с сахарозаменителем. Тогда вообще можно будет есть и не заморачиваться. Хотя, вы знаете, я считаю, что все эти ограничения жесткие, типа я совсем не ем сладкое, или я там не ем никогда в жизни после 9 или после 6, ну, каждого по-разному, это очень негативно сказывается на ментальном здоровье, и в итоге ты все равно не худеешь. Я ем все, но в ограниченном количестве и достаточно часто пропускаю ужин. Но сегодня не тот день. Сейчас к нам приезжает, во-первых, Томик забирает детей со школы. Они возвращаются, и они приедут еще с другом и с мамой, потому что у них час перерыва между тренировками, между школой и тренировкой. И они как раз перекусят, а сейчас мне нужно по-быстрому сделать заготовки на ужин, чтобы я поставила это все только в духовку или там на сковородку кинула. И мне не всегда хочется выготавливать, прямо, знаете, что-то выдумывать, тем более, что дети любят простую еду, так что я им сделаю картошку из духовки с отбивными и с квашенными огурцами. Или с кислыми, не помню, какие-то купила, я так быстро это все делала. И у нас тут рядом с домом открылся Lidl, так что мне теперь недалеко, буквально там 5 минут, и я на месте. И нужно посмотреть, есть ли у них доставка, потому что у нас в этом районе не было Lidl, и поэтому не было доставки. А сейчас вот это реально было бы классно, если бы там какие-то продукты можно было бы заказать. А то я как-то так подзапарилась. Если честно, у нас Лидлов гораздо меньше, чем Бедронок. В принципе, в Польше их меньше. И это очень удобный для меня формат магазина, потому что вот эти все, я не знаю, какие супермаркеты там есть, Carrefour, что еще, Ашан. Ты заходишь туда, и я вообще там теряюсь, там слишком много всего, а тут я зашла, раз-раз-раз, взяла то, что мне надо, все на месте, и хорошие выборы, качество продуктов тоже. Поэтому мне станет чуточку легче, при условии, если есть доставка. Так, я пошла за наушником, это Юки его сожрет. Что она уже раз попыталась сделать, она погрызла мне мой AirPods. Обидно, конечно, было, но он работает. Что здесь происходит, а я вам скажу. Происходит реальная жизнь. Я вчера очень поздно вернулась домой и не успела заставить никого убраться. Сегодня мальчики возвращаются поздно с тренировки. Знаете, что я с этим буду делать? Ничего. Потому что это зона ответственности детей. Поэтому сегодня я, конечно, не буду их заставлять наводить генеральный порядок. Но в пятницу после школы, будьте добры, пожалуйста, это сделала не я. И здесь должен Захар навести порядок. Справедливости ради. У Игната не лучшая ситуация. И, кстати, вчера они были с папой. И вот как бы такие дела, девочки. Не надо говорить, что у меня все идеально. Потому что это, блин, не так, как видите. А это туалетная бумага. Вам не показалось. Просто Игнат играл в курьера, и я видела, что он складывал это все в коробку большую, потом типа доставлял куда-то. Ну и, видимо, доставка осуществилась на его письменный стол. Максимум, что я могу сделать, это повесить стирку их вещей. Остальное пусть сделают сами. Это несложно. Ну вот так научишь, что все мама, и все, до конца жизни будут ждать, что кто-то это сделает за них. Еще чуть-чуть я буду приучать их вешать самим стирку и складывать все. Ну как, часть я могу сказать там, чтобы сложили, например, сухого, сухой одежды. Ну это скорее не в школьный день, потому что
У них очень много спортивных секций. И сегодня они вернутся домой аж около 8, пока поужинают, пока уроки, какая там стирка. Все, готово. У меня две сушилки плюс сушилка в ванной, поэтому уже в детской ванной комнате не помещается, поставила в комнате Захара. Хуже уже здесь не будет. Походу, Игнат доставил туалетную бумагу по всему дому, потому что я везде ее нахожу теперь, в каждой комнате. Что мне сказали в школе? Ничего такого. Ну, это нормально на самом деле. И в классе Захара, например, у них есть там несколько мальчишек и тоже девчонок, таких очень активных, очень шумных, им все надо, и они очень хорошо учатся. У Захара вообще супер оценки. В этом году у них уже будут оценки. А вот поведение страдает. Он такой... Ему всегда есть что сказать. У него на все есть свое мнение, и это тоже хорошо. А Игнат, он такой более послушный, он такой аккуратный. Вот есть правила, и он им следует. То есть такой вот он... Наоборот, блюдет порядок, а Захарова скорее нарушает. Абсолютно разные дети, при том, что одинаковые родители. И, знаете, и внешне они разные, и тоже совершенно разные характеры. Я думаю, что такое часто можно наблюдать. И вот даже сравнивая меня с моим братом, внешне мы, может быть, где-то похожи, но все равно я больше похожа на папу, а он больше на маму. Хотя мой папа никогда бы с этим не согласился. Но он блондин, так же, как папа и я. Но все равно мы с братом больше похожи внешне, чем мои дети, мои личные. А по характеру мы, да, разные. И вот очень часто кажется, что я такая мягкая, скромная, может быть. Ну, я, конечно, не выскочка, это точно, но характер у меня такой. Я и упертая, и целеустремленная, но справедливая. И я вам уже много раз рассказывала, просто внешность иногда бывает обманчивой. В том плане, что кто-то кажется вот такой... очень домашний, которая там никак не привлекает на себя внимание. А я в компании очень часто больше всех говорю, и при этом меня слушают. И, ну, и не могу сказать, что я какая-то прям такая, знаете, эго-гей, но ну, точно не та, которая будет сидеть и молчать. Я вообще люблю поговорить, я думаю, что вы могли заметить. Делаю кое-какие заготовки на завтрак. Игнат попросил, чтобы я ему положила брокколи в ланчбокс. Я как раз отварю и себе яичницу, а вот часть уже нарезала и заморожу на следующий раз. Это у меня... Во-первых, это дети там играются. А во-вторых, это у меня тыква запекается. Завтра буду делать тыквенные оладьи. Тоже в ланчбоксы. На завтрак или на полдник им. Вот эти пакетики, которые закрываются из Икеи, они самые топовые, потому что я их использую по много раз, мою прям хорошо, сушу и потом повторно что-то замораживаю. Я странная, но я очень не люблю вот такие яркие губки для мытья посуды. Наверное, для большинства людей это вообще не имеет никакого значения. Но, кстати, с моей Настей мы в этом сходимся. Она тоже говорит, почему не делают каких-то эстетичных цветов? Вот купила целлюлозные в Пепко. Томик сказал, что это рассадник бактерий, чтобы я больше не брала. Ну вот что-то такое поднатуральное мне гораздо больше по душе. Еще мне не хватало мисок вот таких, просто из нержавейки, тоже из Пепко. Всего за 2,50. Игнат. Это огромный любитель брокколи. Чувствую, оно не доживет до утра. Ты что, реально все съел? Перед сном очень захотелось. Приготовила, называется. Сегодня вроде тепло, и даже солнце выглядывает, и я кое-что придумала. К
Короче, я спонтанно решила поехать на тыквенную ферму. Знаю, что моей Насте очень понравится эта идея, если там будет классно для детей, завтра поеду с ними. В общем, я так по-быстрому готовлюсь, беру какие-то реквизиты, я знаю, что Настя это оценит. Вот плед, кстати, такой тоже в осеннем цвете. Остатки галеты, спакую это все на красивом блюде. Одинаковые чашечки, вилки, тарелочки, даже свечу, вот зажигалку. Галку тоже беру, чтобы можно было зажечь. Угощу ее галетой и еще попьем чай. У меня как раз есть термос, и я уже заварила здесь чаек. Иду собирать какие-то реквизиты для нас. У меня есть вот такой стаканчик для чая или кофе. Я думаю, что прикольно будет выглядеть на фотографиях. Ложечка упала. Эту ложечку, между прочим, мне сделала моя Настя сама на каком-то там курсе керамики. Так что собираюсь, иду искать шляпы, пончо, там всякие штуки. Я думаю, что там очень-очень красиво. И я оказалась права. Такое большое количество красок и разнообразие овощей и растений я давно не встречала в одном месте. Хотя здесь все такое какое-то знакомое, родное и теплое. Это чем-то напоминает поездку в деревню к бабушке и сбор урожая. Конечно, здесь не было вот очень много каких-то супер фотогеничных локаций, но это из серии того, чтобы видеть красоту в простых вещах, замечать лучики солнца, другие текстуры, какие-то растения, вот эту уютную атмосферу, теплое солнце в октябре, лаванда, цветущая в это время года, и много других цветов, порой даже нам неизвестных, но те же подсолнухи, та же кукуруза, это как будто окунуться снова в детство и услышать вот этот шорох, почувствовать запах. Там также рядом собирали капусту, было и капустное поле. И как будто я снова в моей любимой Лосиновке в Черниговской области или в Новгород-Северске в Черниговской области. И на месте также было две вот такие как бы будки, где можно было купить суп, равиоли с тыквой, тыквенный суп, понятное дело. Также десерты, кофе, у нас было все с собой. Но мы сами порой должны создавать себе какой-то, не знаю, не то чтобы праздник, а такой повседневный обычный позитив. И столько красок, столько всего, знаете, на что очень часто не обращаешь внимания в повседневной жизни. Там были также фотозоны, как мне кажется, подходящие больше для детей. Но мы с Настей поделали чудесные фотографии. И при входе там еще бесплатно можно было взять вот такую белую тыковку, а вход стоил всего 20 злотых. Также рядом с этой фермой располагался их фирменный магазин с таким количеством видов тыкв. Я даже вообще не знала о том, что они существуют. Тут были и съедобные, и декоративные, и все они такие разные. Мне кажется, мы с Настей получили передозировку тыкв в этом году, но это было так красиво, это такие воспоминания. Возьмите своих детей, пофотографируйтесь, даже не для Инстаграма, а просто на память. На закате солнца это что-то невероятное. Я очень жалею, что мы не купили домой какие-то тыквы, чтобы попробовать. Не знаю, как так получилось. Мы не разбирались в этих сортах, и продавец был новым, тоже не смог нам подсказать, и мы уехали ни с чем практически, с тем, что знали Хоккайдо. Но это было интересное, спонтанное приключение, которое навсегда останется в моей памяти. Мы там провели не полчаса, а часа, наверное, 3, а то и 4, и это было незабываемо. Только посмотрите, какие они красивые, как клубочки ниток. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх, а мы с вами встречаемся уже совсем скоро в новых видео. Пока-пока!